Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». С вами я, его ведущий Дмитрий Ретих. Смотрите сегодня в программе. Памяти святого. В четвертую неделю Великого Поста почитается преподобный Иоанн Лествичник. 18 марта 2018. Глава Кузбасской митрополии принял участие в выборах президента России. Диалог поколений. Митрополит Аристарх встретился со студентами кемеровских вузов. Молитва перед дорогой. На железнодорожном вокзале Кемерово осветили молебную комнату. Рука об руку. О том, как юные казаки к афганцам в гости ходили, в нашем сюжете. Стихи в пост. В Кемеровской епархии продолжается проект чтения поэзии на духовные темы. Четвертый воскресный день Великого Поста церковь посвятила преподобному Иоанну Лествичнику. Сведения о жизни преподобного отца, широко почитаемого в христианском мире, а особенно среди монашествующих, до нас дошло достаточно мало. Сириец по происхождению, родившийся предположительно в Константинополе, провел свою жизнь в монашеском делании на горе Синай. Вероятное место рождения объясняет то, что святой Иоанн получил в юности прекрасное образование. Я в спасении и Господу помолимся. Известно о преподобном и то, что на путь монашеского делания он вступил уже в юности, отказавшись от карьерных перспектив и временных благ. В 16 лет Иоанн принимает монашеский постриг на горе Синай. Египетская гора привлекала внимание православных аскетов с 3 века, времени зарождения христианского монашества. Известно, что во времена преподобного Иоанна в этих местах спасались несколько десятков подвижников. Несмотря на высокое образование, преподобный был смиренен и кроток в отношениях с братьями, никогда не превозносился ученостью. После смерти своего духовника преподобный удалился в долину Фола у подножия Синая. Здесь он пребывал в подвиге, в безмолвии на протяжении 40 лет. Главными занятиями Иоанна было богомыслие, молитва, пост и труд. Преподобный взращивал огород, который и кормил подвижника. По истечении удивительной четыредесятницы преподобный Иоанн Лествичник стал игуменом горы Синай. Его духовный авторитет был бесспорным среди всей братьи и египетских подвижников. Незадолго до своей кончины, ориентировочно в 606 году, Иоанн назначил себе преемника и вновь удалился в место своего многолетнего подвига, предавшись безмолвию. Еще при жизни игумена горы Синайской сравнивали с Моисеем, вождем ветхозаветного израильского народа. И если первый Моисей ветхозаветный лишился горнего Иерусалима, не дойдя до земли обетованной, то второй Моисей, Лествичник, достиг небесного города. Главным трудом преподобного Иоанна является книга «Лествица», по наименованию которой святой и получил свое прозвище. Книга эта является опытом святого по восхождению души человека от греховных устремлений к Богу. В Лествице подробно рассмотрены все страсти, с которыми приходится сталкиваться человеку в своей жизни. Предложен в книге и опыт уврачевания этих душевных язв человека, живой и действенный опыт преподобного Иоанна Лествичника. Восемнадцатого марта митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх принял участие в голосовании, посвященном выборам президента Российской Федерации. Владыка посетил 338-й избирательный участок, который находится в здании Кузбасского государственного технического университета. Эти стены для главы Кузбасской митрополии не чужие. Здесь будущий митрополит Аристарх получил высшее государственное образование. Вы знаете, первый выбор был сделан нашими прародителями еще в раю. Тогда был ошибочный выбор, и они потеряли очень много. Они потеряли самое ценное – блаженную жизнь. Выбор человек делает каждую минуту своей жизни, выбирая или добро, или зло, или свет, или тьму. И от того, какой выбор, такая жизнь – или счастливая, или же несчастная, полное разочарование. Поэтому нам в Священном Писании Господь и дал очень важную заповедь – отдавать кесарю кесарево, а Божие Богове. Церковь всегда поддерживала христианам быть добрыми гражданами своего Отечества, следовательно, участвовать и в судьбоносных событиях, принимать активное участие в выборах президента Российской Федерации, законодательной власти, потому что это наше будущее, будущее наших детей, будущее церкви, которая на земле. Поэтому призываем всех наших соотечественников
особенно христиан, исполнить эту заповедь, данную Богу, и в этот судьбоносный день для страны, для церкви отдать кесарю, кесарева сделать ответственный, мудрый, но обязательно выбор, принять участие в голосовании. Напомним, что незадолго до этого патриарх Московский всея Руси Кирилл, выступая на одном из заседаний Высшего Верховного Совета, призвал всех верующих принять активное участие в выборах президента России. Более того, святейший и сам принял участие в голосовании 18 марта. В актовом зале Кемеровской епархии состоялась встреча митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха со студентами кемеровских вузов. Темами беседы стали сразу два юбилея – 25-летие Кемеровской епархии и Всемирного Русского Народного Собора. В первой части речи архиерей рассказал об истории епархии от ее образования 11 июня 1993 года до наших дней. Если говорить о территории Кемеровской епархии, то она была выделена отдельно из состава Красноярской тогда епархии. В 1993 году Красноярская епархия была территория очень большая. Назрело время, когда нужно было эту территорию разделить еще на несколько, чтобы легче и оперативно было управлять и решать текущие вопросы. Кстати, в Кузбассе официально по статистике православных и наших с вами кузбассовцев, которые считают себя по вероисповеданию православными официально, повторяю, по статистике, более 80%. Поэтому, конечно, это нельзя не принимать во внимание. Владыка рассказал учащимся об истории строительства главного епархиального храма Знаменского кафедрального собора, освященного святейшим патриархом Московским и всея Руси Алексеем II. Затем митрополит Аристарх познакомил собравшихся с деятельностью и задачами, стоящими перед Всемирным Русским Народным Собором. Ведь христиане, как и граждане любой страны, любого отечества, региона, они также призваны отвечать, особенно на нравственные вызовы современности. А таких вызовов с каждым годом вы видите все больше и больше. И мы от них никогда и никуда не убежим. Напомним, Всемирно-Русский Народный Собор является российским общественным форумом. На федеральном уровне он действует с 1993 года. На протяжении 25 лет собор играет важнейшую роль в формировании гражданского общества. Надеюсь, что вы узнали для себя сегодня что-то новое. А если говорить о пастырском интересе общения с вами, то священнослужителям церкви тоже важно, чтобы такой диалог постоянно был, развивался с молодым поколением. В завершении встречи студенты кемеровских вузов задали главе митрополии интересующие вопросы, которые касались не только тем доклада. Отправляясь в дальний путь, очень важно чувствовать поддержку семьи и друзей. Не менее важна помощь Божья. И теперь, когда на Кемеровском железнодорожном вокзале появилась молитвенная комната, здесь каждый может помолиться, чтобы с Божьей помощью этот путь действительно стал добрым. 15 марта в здании железнодорожного вокзала города Кемерово была освящена молитвенная комната в честь нерукотворного образа Христа Спасителя. Маленькая часовня открыта по благословению высокопреосвященнейшего Аристарха, митрополита Кемеровского и Прокопьевского. Освящение провели священнослужители Константин Федяев и Сергей Адодин. По благословению архимандрита Илии Ноздрина на вокзалах нашей страны открываются книжные лавки и молебные комнаты для того, чтобы люди, которые не имеют возможности приобретать духовную литературу, могли ее получать бесплатно. Ну а также здесь, в этой молебной комнате, будут проходить и молебное пение, и люди могут здесь и читать духовную литературу в ожидании поезда, а также, конечно же, будут иметь возможность побеседовать с сестрой милосердия и повысить уровень духовных знаний своих. Перед освящением в помещении явственно ощущалась та особая атмосфера, которую невозможно передать словами. На стенах иконы с образами святых, женщины готовятся к песнопению,
Даже тот факт, что это лишь небольшая комната, которая ранее служила буфетом, нисколько не умалял торжественности момента. И вот прозвучал звон колокола, призывающий к началу молебна. Основанием молитвы является, правильной молитвой является внимание, благоговение и покаяние. Внимание – это значит, чтобы мы не думали ни о чем постороннем. Благоговение – чтобы мы ясно отдавали себе отчет, пред кем мы сейчас предстоим и к кому мы обращаемся. И покаяние – это ясное осознание того, что мы есть грешные люди, немощные, больные. Помолимся, дорогие братья и сестры. Царю небесный, утешителю души истины, и же небесный. Молебная комната в Кемеровском железнодорожном вокзале открыта для всех желающих. Часовня будет работать ежедневно с 8 утра до 2 дня. Теперь каждый кемеровчанин или гость города сможет помолиться, отправляясь в дальний путь или провожая близких, побеседовать с сестрой милосердия и почитать духовную литературу. Последний лыжный полевой выход в этом сезоне совершили участники казачьего клуба «Патриот». На этот раз к парням присоединились кадеты корпуса МЧС, ребятишки из Окуневского детского дома и, что самое главное, ветераны Афганистана Промышленновского района. Выход состоялся в рамках проекта «Историческая память». Мы назвали этот акцию «Патриотический урок», «Полевой патриотический урок», где люди, дети вот именно почувствовали на себе, что это такое. И яркий пример для них был это участие самих воинов-афганцев в этом марш-броске. Путь от поселка Первомайского до поселка Промышленное лыжники преодолели в несколько этапов. На первой остановке они приняли участие в молебне на всякое благое дело. Для многих из участников акции этот поход далеко не первый, но, правда, не самый простой. Согласитесь, 23 километра для 12-15-летних мальчишек – путь не близкий, при условии, что становиться обузой для всего отряда совсем не хочется. Ну, мне он помогает, наш Паша, я всегда за ним как бы держусь. Он пример для меня, я за ним и еду. Пытаюсь догнать, если отстаю. Раньше же тоже, там, например, военные действия, они делали все переходы. Ну, также ходили, только они там не на таких лыжах, не на таких, как мы ходим, там, которые нормально катятся, у них не было никаких лыжней, они ходили по сугробам. Ну, то есть, к себе подготавливали, как можно сказать, взрослой жизни, закалку делают характера. Там, по самый конец особенно, там прямая вообще. Но если тебе она добивает конкретно. О том, как было на настоящей афганской войне, рассказали самые старшие участники акции, члены Российского союза ветеранов Афганистана, теплая встреча с которыми стала финалом этого долгого дня. Благодарит обучающихся Заринской школы имени Аверина за участие в партийном проекте «Историческая память» акции «Полевой патриотический урок». Наградой за поход, за то, что выдержали, не сломались, стали не только грамоты, но и рассказы афганцев о других походах, где наградой была жизнь. Назад возвращались, а духи любили итальянские мины расставлять. То есть она не сразу взрывается, ей нужно нажатие. То есть пошли по старой дороге, обгоняли колонну своих, догоняли. Выехали на старую дорогу, так называемую, на старые следы. Прошел БТР, то есть 4 колеса по этой мине. Проехал я 3 колеса, да? Сзади Урал шел, на последнем сработало. Слава Богу, что на Урале. А сзади шел бензовоз. Если бы на нем сработало, то и нам бы. Ну, слава Богу, водитель остался жив. Историческая память, которая должна быть генетически заложена в каждом из нас, по мнению Сергея Порошина, включает в себя не только предание старины глубокой, но и новейшую историю в жизни страны. Мы с глубоким уважением относимся к ветеранам Великой Отечественной, но также хотелось бы, чтобы дети помнили и других ветеранов, которые еще до сих пор живы и живут рядом с нами. Представляем ребят, ветеранов не только Афганистана, но и Чечни, и других локальных войн. На данный момент сейчас у нас даже сирийцы в районе есть, ветераны. Поэтому ребятам это закладывается в память. На прощание казаки исполнили песни своих дедов и прадедов, в которых навсегда отразился дух настоящего русского солдата. Меня,
отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Все чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалие змеи сокрытой сей и празднословие не дай души моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения. Да брат мой от меня не примет осуждения и дух смирения, терпения, любви и целомудрие не в сердце, а живи. Еще кругом ночная мгла, еще так рано в мире, что звездам в небе нет числа, и каждая, как день, светла. И если бы земля могла, она бы Пасху проспала, почтение псалтири. Еще кругом ночная мгла, такая рань на свете, что площадь вечностью легла, от перекрестка до угла, и до рассвета, и тепла, еще тысячелетия. Еще земля голым-гола, и ей ночами не в чем раскачивать колокола и вторить с воли певчи. И со Страстного четверга вплоть до Страстной субботы вода буравит берега и вьет водовороты, и лес раздет, и не покрыт, и на страстях Христовых, как строй молящихся, стоит толпой стволов сосновых. А в городе, на небольшом пространстве, как на сходке, деревья смотрят нагишом в церковные решетки, и взгляд их ужасом объят. Понятна их тревога, сады выходят из оград, колеблется земли уклад, они хоронят Бога. И видят свет у царских врат, и черный плат, и свечи крат, заплаканные лица, и вдруг навстречу крестный ход выходит с плащаницей, и две березы у ворот должны посторониться, и шествие обходит двор по краю тротуара и выносит с улицы в притвор весну, весенний разговор и воздух с привкусом просфор и внешнего угара. И март разбрасывает снег на папорте толпе коллег, как будто вышел человек и вынес, и открыл ковчег, и все до нитки роздал, и пение длится до зари, и, нарыдавшись вдосталь, доходят тише изнутри, на пустыри под фонари псалтирь или апостол. Но в полночь смолкнут тварь и плоть, заслышав слух весенний, что только-только распогодь, смерть можно будет побороть усилием воскресения. Уважаемые телезрители, мы внимательно следим за вашими отзывами. Свои замечания или комментарии вы можете сообщать нам по телефону или адресу, которые вы видите на своих экранах. На этом у меня все. До новых встреч!